Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Хочу сегодня поделиться с вами своим фирменным рецептом мяса по-французски. Да, именно моим фирменным рецептом, потому что такого рецепта в сети YouTube я не видел. Потому что я добавляю еще один интересный ингредиент. Ну, приступим к готовке. Для приготовления нам потребуется килограммовый кусочек мяска. Понадобится кусок сыра, 3 луковицы и 3 помидора. Также нам понадобится майонез и мой самый главный ингредиент – горчица американская. Приправы и соль по вкусу. Нарезаем мяско такими вот кусочками и отбиваем его молоточком. Лук нарезаем кружочками, помидоры нарезаем кружочками, сыр натираем на терке. Подготовили, отбили мясо, нарезали кружками лук. Такая вот толщина у нас примерно. И теперь лук так вот хаотично выкладываем на поддон. Сверху на лук выкладываем отбитое мясо. Так хорошо его раскладываем. У нас получилось 12 кусочков. И сейчас мы их разместим на противне. Сверху насыпаем соль по вкусу. Равномерно просаливаем. И добавляем приправы. Приправа у меня смесь перцев. Теперь, друзья, главный ингредиент – горчица. Опять же, каждый накладываете по своему вкусу. Я люблю побольше. И равномерно размажем по кусочкам мяса. И теперь добавляем майонез. И также его размазываем по кусочкам. Сверху выкладываем помидоры. И все это ставим в духовку на 240 градусов минут на 25. И через 25 минут будем смотреть по готовности, что мясо немножко пустит свой сок, помидоры отдадут свой сок, и его придется нам слить. И потом уже посыпать сыром. Прошло 25 минут. Как видите, мясо и помидоры пустили свой сок. Теперь мы этот сок выливаем. И после того, как выльем сок, посыпем сыр сверху на помидорки. Слили сок и теперь насыпаем сыр. И теперь убираем в духовку минут на 5, не более того. Как сыр расплавится, можно будет доставать. Прошло 7 минут, и наше мясо полностью готово. Теперь накладываем в тарелки и начинаем пробовать. Как видите, все очень хорошо получилось. И теперь попробуем.
Попробуем мяско, насколько вкусное. И попробуем омлет. Мясо мягкое, вкусное, со вкусом горчички. И очень вкусный, друзья, омлет. Рекомендую приготовить. Я надеюсь, вам очень понравится. И вы не разочаруетесь в блюдах. До новых встреч, друзья. Всех благ вам и вашим близким.